Здравствуйте! Сегодня мы опять поговорим о бизнес-коллекции. В прошлом обзоре я рассказывала, какие возможности предоставляет бизнес-коллекция для ведения вашего бизнеса, продвижения, вообще работы в интернете, какое количество сайтов, сервисов и различных материалов она представляет. Мы смотрели на кабинет изнутри. Кстати, по-прежнему действует акция. Стоимость доступа к материалам бизнес-коллекции составляет всего 450 рублей. Но сегодня я хотела бы поговорить о возможности зарабатывать на бизнес-коллекции, потому что у нее просто великолепная партнерская программа. Рекомендуя коллекцию, вы зарабатываете. Причем партнерская программа включает в себя 5 уровней. Это очень хорошо. Если за приглашенного партнера первого уровня вы получаете 200 рублей, то за 4 последующих по 50 рублей. Согласитесь, очень хороший процент дает данный ресурс. 200 рублей при оплате 450. И посмотрите, что получается. Вот мой личный кабинет. И я нахожусь на вкладке «Доходы по партнерке». Вот сейчас у меня общий доход составляет 5800 рублей. Сегодня у нас 4 февраля. Если я опущусь вниз, посмотрите. 18 декабря я оплатила доступ к коллекции. После этого я разместила свои партнерские ссылки в сети. И посмотрите, вот 9 января в конце новогодних каникул проснулся клиент и приобрел вот этот вот курс. Вот я получила первое поступление. И посмотрите, после этого, ну сначала вот более активно, потом менее. И если я перейду вот сюда, в начало, вот в эту табличку, посмотрите, сама я пригласила всего 4 человека, то есть по 200 рублей 4 человека. Но зато посмотрите второй и третий уровень, вот у меня тут 24 и 61 человек. Вы понимаете, что плюс этого дохода в том, что он фактически пассивный и долгосрочный. Я уже, в общем-то, даже и забыла про эту размещенную информацию свою, а мне продолжают поступать деньги. Вот, например, посмотрите, за 12 января вот сколько было переводов от моих партнеров. Перевод производится на кошелек Юмани. Я даже вот сейчас открою его. Вот мой кошелек Юмани. Вот он. Так, и как раз вот тут вот за 12 января, посмотрите, вот они эти все переводы, они проходили в автоматическом режиме. Вот, например, 12 января в 19:33. Вот он, этот платеж 19:33. Вот он поступил. И вот они все дальше. Если я кликну «Показать больше операций», вот они продолжаются. Вначале поступления эти происходили автоматически, но потом Юмани ввел какие-то свои ограничения. И по-прежнему, конечно, заказывать не надо. Вот видите, на этом моменте, вот как раз 12-го, произошло небольшое изменение. Выплаты стали собираться такими кучками, группками и выплачиваются вручную. Вот написано «выплачено», «выплачено». Выплаты заказывать не надо. И переводы стали происходить вот так вот группками. Вот тут, пожалуйста, 3 перевода, 13-го, 14-го, вот они 4 вместе собрали, 20-го. И так далее. Все вот они, вот эти переводы 109 на конце, это все переводы от бизнес-коллекции. Я вот сейчас даже кликну. Посмотрите, вот перевод на 250 рублей, сообщение от отправителя, выплаты бизнес-коллекции. Согласитесь, очень хороший способ заработка, потому что он не требует от вас никаких усилий. Вы разместили свою партнерскую ссылку, кто-то один приобрел по этой ссылке, а потом, как круги на воде, расходятся различные уровни. Посмотрите, у меня дошло до 5 уровня. И вот получается, что меньше, чем за месяц, потому что первый перевод у меня был 9 января. Сегодня у нас 4 февраля. За неполный месяц получить на полном автомате почти 6000 рублей, это очень неплохо. Кроме того, что вы получаете массу полезной информации, вот я напоминаю, карта разделов, подразделов коллекции, действительно очень качественный, полезный материал. Любому, кто работает в сети, он пригодится. Но еще и замечательная, очень щедрая партнерская программа. Ресурс «Бизнес-коллекция» однозначно рекомендую к использованию, потому что
он не только дает полезную информацию, но и возможность заработать на партнерской программе. Спасибо за внимание. Встретимся в следующих уроках.